Небольшая поездка на велосипеде по старому городу в марте 2020 года, когда все сидят дома, боятся вируса. Нет ни туристов, ни жителей. Сейчас примерно час дня. Улицы пустые, птицы от дома. Кафе тоже пустые, людей нету. Церкви закрыты. Это одна из древнейших башен Таллина. Ну вот кафе работают. Но у них нет людей.